22 мая 2018 года. Расположение войсковой части 47-280. Алтыслагерь. Вот так в эту сторону на КПП. Здание старого штаба с правой стороны будет выходить на выходе. С правой стороны штаба офицерского состава, здание малого штаба. Как-то так и стал. Вот она. В кустах здание штаба для ориентира. Это казарма. Первая в ряду всех казарм. А так было видно здание санчасти. Войсковой части 60-413. Артполк. Вот так она была, где сейчас буйным цветом цветет акация. Мы на велосипеде. Времени сейчас 15:50. Мы проедем по территории в сторону выхода на полигон, на КТП или КПП-2, или КТП. Там, где шильда стоит или указатель стелла, Ютербок-2, в ту сторону. Посмотрим на ряд казарм, которые в одном ряду, их 6 штук. Попробуем их посчитать, поскольку участники группы, некоторые участники группы со временем забывают, сколько было всего. Вон там дорога, машина проскочила. Эти мы не считаем, два здания, поскольку это складские помещения, другие службы размещались. Вот здесь вот они стоят. Плохо видно сейчас, поскольку все заросло. Ну, дальше будет еще сильнее. Это еще не лето. Ну, начинаем движение. Вот здание малого штаба. Мы на велосипед и вперед. Будем считать. Заодно посмотрим, как все заросло за это время, когда после последнего нашего посещения. Первая казарма справа. Здание казармы. Вот здание малого штаба. Понятно, что где мы находимся. Вот тут в кустах, вон видно крыша здания общежития. Дорога используется только охраной. Редко проезжает, когда. С правой стороны начинается уже дом офицеров. Извините, клуб. Здание клуба. Через дорогу от него будет уже здание казармы роты саперов и связистов. Вот здесь казарма вторая по счету. Рядом там столовая артполка. Второе здание по счету. Вот здесь в кустах, это я сказал, здание казармы саперов и связистов. Дальше здание штаба. Второе здание мы прошли. Здание казармы. Начинается третье. С правой стороны. Вот уже это третье здание казармы. За последние 2-3 года тут кое-что было видно, поскольку был снос, вы машины ходили, не так разрасталось. Сейчас никто не мешает этим растениям. Вот вот здание штаба. Это третья казарма. Мы едем вдоль нее. Уже с левой стороны у нас ничего не будет, кроме как здание санчасти. Вот четвертое здание. Просматривается здание столовой. Вот оно. Четвертое здание. Не видно его, но оно тут есть.
Вот она, номер 4. Считаем мы от КПП. Примерно по счету от КПП. А точнее от здания малого штаба. 4. Проехали 4, 5 здание, вот 5. Вот здесь налево было до последнего времени с левой стороны летний кинотеатр. Там же бассейн есть. Это 5 здание. Никого не хочу огорчать, что кто-то вот плохо посчитал или карте не верит. Всякие ситуации. Мало ли, ну забыли люди. 5 мы прошли. Начинается 6 здание. Вот 6. Вот это 6 здание. Дальше уже будет КПП. Вот тут направо остановлюсь. Вот направо просматриваются трубы. Это здание солдатской чайной. Здесь были другие службы, размещались. Тут же 5 по счету казарма. Я не называю, какие батальоны размещались или роты. Умышленно, в разное время, разные годы, разные были подразделения. Но казармы были, здания, вот они, мы их посчитали, 6. И дальше едем. Это 6 здание. Конечно, тут все заросло, ничего не видно, ничего тут непонятно. Даже тем, кто проходил воинскую службу не один год. Это территория-заповедник в настоящее время. Снос этих зданий – это дело времени. Снесут обязательно. Зачем в заповеднике такие объекты? Это природа, природоохранная зона. Вот тут уже нету брусчатки. С левой стороны подъезжаем к зданию санчасти. Вот она в кустах, тут видно. Кое-что просматривается. Мы на велосипеде едем. Вот это санчасть. Надеюсь, будет понятно. И больше не будем возвращаться мы к этому, что сколько по счету. Поскольку мне это было и так очевидно, я тут часто бываю. Карты Google или других GPS-карты. Я доверяю. Проехали мы. КПП тут было. КПП и вышли на полигон, пошли. Но мы не пойдем на полигон. Акации и вот это. Стелла. Петербург. Петербург 2. Здесь мы и закончим. Я сегодня проезжал по полигону. По краю полигона, так можно сказать. Везде стоят пасеки. Люди вывозили. Уж не знаю, с кем договариваются. Пасеки. Сбор меда активный. Вот акациевый, видимо, мед. Поскольку много акаций. Очень, очень много. Куда ни посмотришь, везде акация. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. До свидания. А времени? Времени 15:58, что ли? Не вижу. Руки короткие. До свидания.